Просто что, блин? Фортов, блядь. Вот, ремни легкие. А, ремни, конечно, которые на... Легко, блядь, да. Вылезать. У меня на глунтере тоже легко. Мне кажется, конечно, посложнее, чем здесь. Что там какие-то эти, блядь, булавки висели. Где? На гранте. Какие булавки? На ремнях, по-моему. Какие булавки, ты чего гонишь? Это, блядь, фара ближнего света сгорела, блядь, прикинь. Ну, блядь, 213 рублей, ебанись, сука. H7. H4? H7. H7? Да. У меня H7 тоже стоят. H7 и H1. Ну да. На дальний H1, на ближний H7. А на Галанте почему? Знаешь, какой косяк был? Здесь, получается, и ближний и дальний светит, когда дальний включаешь? Да. А на Галанте или ближний, или дальний? H4. Почему так работало? Ну да, там, блядь, спиралька, блядь, включалась и все. Да, она не могла гореть и ближним, и дальним одновременно. То есть света меньше же получается, по идее, или как? Да нет. Как? Ну здесь 55 ватт и 60, это 110 в одной фаре. Да. Правильно? Ой, 115 ватт в одной фаре. Да. А там получается только 60 в одной фаре. Не две горят, Саня, мозга не еби. Одна горит? Две горят на дальней. А, из одной просто две горят, и не видно вторую, да, поэтому? Да, две спирали там стоят. Одна масса, а две спирали. Ну знаешь, как я делал? Вот не включаешь полностью дальний, а вот чуть-чуть его вот дотрагиваешься, и ярче намного свет был. Нет, Серег, одна горела на Галанте, одна точно. Ну хуй с ним, пускай одна горела. Одна, да, да, да. Одна, точно одна. Сейчас я помню, немножко прижимаешь его, и намного ярче свет, блядь. Знак такой охуенно повесил, 40, блядь. Здесь, да, здесь да, он да. Кончается. Он кончается. Нахуй вот тут, блядь, он. Я почему-то сначала не видел, где его повесил. Кому вот он, блядь, тут 40? Переход ебучий, да, народ сбивает пачками. А, кто там, бля, народ-то, бля, ходит? В март. Все, домой? Сейчас Вова сюда едем и мясо. Какое мясо? Ты же на Буденское? Да. Бля, вчера, когда копал, блядь, фонарь взял, в рот зашел, блядь, у меня что-то во рту надулось, какая-то хуйня. На небе, блядь, грязная. Грязь, блядь, всякую, блядь, просто съешь, блядь, всем рот. Ну да. Что ты там нахуй? Сосать не мужское дело, блядь, знаешь. Блядь, фонаря будет. Портер, блядь, поворачивал с второго берега. Че? Портер поворачивал с второго берега. А тот, блядь, по прямой качал с левого. Блять, логан спортом весит, блядь. Спойлер, спорт бункера, блядь. Пизда, смотрится, кстати. Снизу юбка, блядь. В дверях эти пластмасски, блядь. Хачтюнинг, блядь. Смотрится пиздато, кстати. Ну нахуй, блядь, хачтюнинг. Мне нравится вообще логан, мне вообще не нравится. Логан, кстати, охуенная тачка. По ремонту, блядь. Вот это? Не тогда, да. Не привередливая. Да. Внутри место дохуя. Да, место там дохуя. Цена недорогая, блядь. Ну, относительно, да. Вот мы ездили, блин. Вот он внешне просто уёбищный. Зато внутри, да, блядь, я считаю, охуенный. Багажник огромный в нем. Вот сказали, а мы такси дома. Да. Ну вот, в Липет, блядь, ездили. Аэропорт. У нас 4, блядь, здоровенных, блядь, чемодана, блядь. Их, блядь, все в багажник, блядь, в багажнике место пиздец. И нас 4, блядь. Я тебе говорю, что... Сходил, что считай, блядь. Пиздец, блядь. Он здоровый логан, да, пиздец. Да, да. Да, он, блядь, кажется маленький, блядь. Да, там, он, нет, блядь, он реально маленький, но внутри вот эта машина же тоже на 20 сантиметров, короче, Галан, на 13 сантиметров, короче, Галан, там места намного больше. На шире, наверное. Это нет, такая же. Такая. Шла чуть-чуть, я как встречу, блядь. 1.6, блядь. Да я же не стал за ней. Я эти там за, с этим толкаются к бокам, блядь. Молчите мне, чё, блядь. Я один раз так подъехал сбоку, блядь. Они не успевают сообразить, что кто-то может подъехать сбоку, блядь. И они как бы, ну, правее берут. Все нормальные люди не думают, что кто-то сейчас будет справа там еще тиснуться. Ага. И меня так несколько раз не прижали, я после этого так больше не делаю.
Просто с самого правого ряда на этом светофоре уезжаешь, да. они не успевают сообразить. Те, которые в нормальных рядах видят, они не успевают сообразить, что кто-то может там еще вкорячиться. Форсунки настрой себе, блядь, пониже, блядь. Нормально, Серега, они не настраиваемые, ну их нахуй. Настраиваемые? Нет. Хуёво. Ну не литой формы, блядь, там ничего не настраивается. Картридж там несменный. Голландцы меня тогда, я помню, забились они, блядь, эти форсунки этим. И замерзайками, блядь, какими-то синими блёстками. Знаешь, как накипь от этого самого чайника. Так же и здесь была от незамерзайки, как накипь. И вот она вся в форсунку забилась, я тогда заколебался эти картриджи вынимать. Они, оказывается, иголками вынимаются, картриджи чистятся. Внутри форсунки. Картридж есть прямоугольный, его можно вынуть. Я там расковырял тогда, офигеть. Там форсунки были дорогие, по 600 рублей, по-моему, эта штука. Крузер, видишь? Это не тот крузер. Может быть, это тот, не тот, а это прям как раз, блядь, настоящий. Кто, на что их не наезд, блядь, тот, блядь. 80-го какого-нибудь года выпуск. У меня тут это самое... Ну, тот, не тот. Друган, блядь. Личный водитель, ой, ну да, личный водитель. Был у них Lexus 350, они грохнули, короче. И решили купить Toyota Highlander. Ну, говорит, взяли в полную фарш, блядь. Это ну, самая максимальная комплектация, блядь. Электрических складываемых зеркал нету, ксенона нету, что-то там еще, короче, вот такие вот простые вещи, которые должны быть в любом автомобиле за там 2,5 миллиона, их вообще нахуй нету. Просто настолько убогая машина, он говорит, это пиздец. Какая? Хайлендер, да, за 2,5 миллиона они взяли, по-моему. Он говорит, ну как, Санек, говорит, зеркала можно складывать вручную на таких автомобилях, это же пиздец. У тебя электрические? Нет. Ну у меня, извините, цена не 2,5 миллиона. У меня нет. Я тем более. У меня далеко до не 2,5. А? Далеко не 2,5. Не 1,5. Чего? Даже не 1, блядь. Это 0,5. Даже, блядь, не половина, блядь. Не, 0,5, чего? Не, 479. Ну это, нет, новое, это 600 они стоят? 125. Ну, 0,6. 0,62. Что-то мне какой-то радости нет от покупки телевизора, ты не знаешь почему? Нет. Я тоже не помню. Я обычно, когда что-нибудь покупаю, я несусь домой, как угорелый, блядь, проверить. А тут такая хуйня лежит, блядь, страшная какая-то. Палыч, тут бензонасос сгорел на Бэхе. Пиздец, звонит тут мне, говорит, Танек, помоги. Я стою на третьем кольце на припишной заправке перед съездом на Варшавку, блядь. Не заводится вообще, аккумулятор сел, короче, холодно, блядь. Минус 7 было на улице, и ветер леденящий, блядь, 2 дня назад. Приезжай, блядь. Мне что порадовалось, салон задний сняли у него, сиденье, ну, этот поджопник. Мешается, куда его брать? Я говорю, давай мне кинем в машину. Блядь, кинули, она тут просто болтается в салоне. То есть у него салон уже, чем мой. У меня вот эти три отдельных сиденья, они, видимо, шире, чем его вот этот весь поджопник. А где тут, блядь, Песков-то? Кто? Песков. Налево там. Ну где этих носить? В один сбегаешь, нахуй. Тут, блядь, посижу. Не хочешь посмотреть? Там выбор прикольный, кстати. Я вот недавно увидел этот магазин. Думаю, дай зайду. Узнаю, что это такое вообще. Мне понравилось, там прикольно. Короче, 5000 у меня получилось. Замена и сам бензонасос. Нормально. Не оригинал, наверное. Оригинал? Да просто. Оригинал, Серег. За 5000. Оригинал, ты серьезно говорю. Просто машина 98-го года. Поэтому, блядь, запчасти есть как бы. Да, ну может быть. Причем запчасти есть, и запчасти есть в наличии, понимаешь, что хорошо. Мне вот это понравилось. Конечно, всего машины в этом плане очень просто достаточно. Бля, это место-то будет? Не факт. Надо бывает, надо нет. Похоже, нет. Вон туда. Куда? Да. А вот сюда, к четверке. А, нет? Давай. Нет, просто там есть исходная дорожка. Пойдем, входим.
Позырь еще. Ассортимент. Ну идем сходим. А? Ну идем сходим.